Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате Эспол. Эспол выпускается в виде мази. Действующим веществом является густой экстракт перца стручкового. Это препарат растительного происхождения. Он вызывает гиперемию, покраснение кожи, местно раздражающее, отвлекающее, анальгизирующее, согревающее, рассасывающее и противовоспалительное действие. Предназначен для быстрого лечения закрытых травм. Применять его местно при невралгиях, боли, распространяющейся по ходу нерва, радикулите, деформирующем артрозе, болезни суставов, миозите, воспалении мышц, ушибах, растяжениях и разрывах мышц без нарушения целостности кожных покровов, при последствиях вывихов и переломов. На соответствующие участки кожи наносят 3-4 грамма мази и втирает 2-3 раза в сутки шпателем в течение 1-10 дней. После втирания пальцами необходимо тщательно вымыть руки. Эффект усиливается при наложении сухой согревающей повязки. Не допускается попадание мази в глаза. Нельзя наносить на слизистые оболочки и поврежденную кожу. При появлении побочных действий втирание необходимо прекратить. Оставшуюся на коже мазь удалить смоченной мыльной водой салфеткой. Противопоказание – это гиперчувствительность к компонентам препарата. Нарушение целостности кожных покровов, период беременности, период грудного вскармливания. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы! Если понравилось видео, ставьте лайк. Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.